Продолжаем, уважаемые зрители, наше движение. Сейчас мы покажем вам еще одного индивидуума, которого все хотят видеть. Все. Опа. Ну рассказывай, Валерка. Маруська. Что? Ты все? Ну что? Ты говоришь, что я пьяна? Сразу. Че? Че сразу? На баню. Морозы были. В смысле морозы? Ну в баню чего? Не понял. В баню, помнишь, хотели поехать-то? А, ну блин, надо сразу. Ты сейчас вот звонишь мне. Понимаешь, я уже день распланировал. И тут ты звонишь. Вчера что, не мог позвонить? Я вчера 12 часов почти ночи работал. А, ну понятно. Я даже не знаю. Эти кренделя уже напились, да? Валерке вещи привез? Да. Верху просто поменять. Куртку? Куртку, шмуртку? Или что? Ну, или майки? Футболку, трусики там, ну знаешь, помимозёрочки. Угу. Портов нет. У меня только сменку, что Лёшка? Джинсы я ему дам, а это? А, это Серёга утренний. Ну, чё, как ты? Ушёл в магазин и пропал. Кто? Везде пропали. Кто пропал? Из меня последний кренделя. Взял деньги и пропал тоже. А, вон Аслан идет. Ну что все брали? Я на дорогу специально оставлял обратно. Ну с тобой созвонили, На дорогу, конечно. На дорогу купим билет, конечно. Ну я и говорю, что на дорогу. Че, как у тебя там? А как? Я работаю. Слава Богу. Эту неделю вообще все похоже. Слава Богу. Скучают по тебе люди там в интернете. Передают приветы. А? Да, Дениску проводили. Все нормально? Все нормально. Я завтра буду время терять. Сейчас получу эту зарплату. Помахали ручкой. Что ты? Иди сюда. Свадьба. Вообще свадьба. Это у нас образовывается новая пара ребят на канале. Молодой человек, здравствуйте, как вас зовут? Игорек. Работаю в охране. Да. Зай. А вот его Зая. Ой, я стал Зай. Зай, блин. Дети. Маш. Космос еще у нас живой на ногах, а черный уже помер. И моя радость усни. Я ему подарок принес от подписчика из Красногорска. Надо ему в карман ему положу. Вот такие вот, ребят, постоянно он просит носки. И, короче, подписчик к нему с приколом отнесся. Красные носки новогодние и трусы с оленями. Положим ему в карман. Да. Вот тебе носки черные. Вот, подписчицы переживают за него, что ему мало слов говорят нежных. Ты моя тетюсенька, дю-дю, бу-бу-бусечка, бу-бу. Черный. Вставай водку пить. Не будешь? Да ну на. Снег завтра растает. Не подойди. Теплу. Да. Как? Ой, какой маникюр у нее. Маникюр какой прям. Ой, типутенький петюр. А Саша? Смотри. Ты про сумку про свою не забыла? Смотри. Мадемуазель. 58. Давай вот так, Саша. Как?
Я благодарна вам и благодарна тебе. За что? За что? Да. За то, что ты мне не дал умереть, за то, что ты мне не дал погибнуть здесь в подъезде. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, уважаемый. Уважаемый, что ты как милиционер разговариваешь, уважаемый, соображаемый. Кость, посмотри, что у тебя в правом кармане. Подарок тебе подписчик передал. Во, носки тебе. Мои любимые. Нашелся сказать. И трусы с оленями. Так что Владимир Белый тебе передал. Владимир Белый, Белый, огромное спасибо тебе, что передал нам носочки. Ребята сегодня отдыхают. Валерка у нас тут в гостях. Чистый и опрятный. Почти побритый. Почти, почти. Почти. Почти не считается. Шарф у него динамовский какой-то. А, че это? Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийск. О, как тебе идет шапка. Я встретил вас. Да. И мы подумали. Все было. Ты такую шляпу. С наступающим, батя. Мужчины, с наступающим праздником вас. Да. Но, ты что сидишь, блядь, не прикольно? Можно просто на всю камеру, да? Ребят, всем, кто меня смотрит по видео, по ютубу, да? Говори дальше. Вот. Я ее любя. Дело в том, что да, я работаю в СБ. Ну. В службе безопасности охраны. Ну. Да. Дальше. Ну подожди, молчи. Не перебивай, Сергей. Молчи. Я встретил девушку, которая никогда меня не подведет. Никогда меня не бросил. Сегодня мы зарегистрировали отношения. Покажи, пожалуйста. Я опять на свадьбу попал. То есть мы сегодня зарегистрировали отношения. Да, мы сегодня... Ребят, пожалуйста, мы сегодня зарегистрировали отношения. То есть мы хотим... Вот наш брат. То есть родственник моей супруги. Можете я попросить, пожалуйста? Нет, что мне не снимал. Пожалуйста, подойди. Вот родственник моей супруги. На колени. На колени. Перед камерой. Я взгляну верности своей верности. Браво! Будьте счастливы всегда! Клянусь, будьте верны. Клянусь, а давайте всю зарплату, которую я работаю. Клянусь вообще во всем. Вообще во всем. Но в первую очередь верно. Живите долго и умрите в один год. Как этого, да, белый лебедь? Или как дельфин, бля. Не лучше, блин, да. Наверное, да. Я подумаю. Нет, а да, прости. Саш. Ну поцелуйте. Ну поцелуйте. Молодцы. Браво. Вот черный переодел носочки. Вот. С Мурманска тебе от Светланы. Привет. Огромный. Губы. От крановщицы. Целую прям. В десны. Я не долезу. Пустоты боюсь там. На кран я не залезу. А что-то охрип, песни орал. Да. Дениску провожал, да. Песни пел. Ну все нормально. Главное, чтобы Валерка не напился тут. Валерия, да. Да, я.
двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести. Угадаем с тобой, самому мне не надо, наши 5 номеров из 6. За здоровье молодых, космос, жахни. То, что я уважаемый зритель, добрый день. Так получилось, что вот я сегодня обратился к вам. Я работаю сам в службе безопасности. То есть, грубо говоря, в охране. То есть, ну вот, весь контингент людей, да, мы сейчас за ним спокойно общаемся. Ну вот, я очень благодарен блогеру, блогер-маэстро, да, вот, надеюсь, я его в дальнейшем не подведу, то есть надеюсь, то, что он мне не подведет, вот, надеюсь, на 20 подписчики. Вот. Дело в том, что получилось так, объясню ситуацию, да, почему я оказался на улице. Почему я оказался на улице? Грубо говоря, то есть вы все видите меня, да? Грубо говоря, да? То есть вы все видите меня. Да вот ты, я не дом. То есть я всегда был домашний, я и есть домашний. Не вот. Все зажрал, ну, там не видно. То есть я не видно. Смотрю, ну, да. Меня не видно. Ну давай ты меня, может быть, отдельно как-то снимешь. Давай по новой. Давай по новой. Давай. Давай по новой. Добрый день, уважаемые подписчики. Дело в том, что получилось так, то что простите то, что я на Ютубе, я очень благодарен Евгению. Александр. Александр. Давай пересни. Не важно, говори. Ну вот, я очень благодарен сейчас Александру. Да, до этого видел всех в интернете. Вот. Всем благодарен подписчикам. Да, я работаю в охране. Ребят, дело получилось в том, что не хочу продолжать такую жизнь. То есть, как объяснить, канализационную, да? Пожалуйста, через Евгения, если есть такая возможность, через Александра, да? Помогите, пожалуйста, да, то, чтобы мне хотя бы как-то продолжить свою жизнь. Я работаю в охране. Но тебя не уволили, ты знаешь, работаешь? Нет, никак не уволили, никак. Чего такие, блядь, наивные? Вот, дело в том, что получилось так, что застал за измены законную супругу. Законную супругу застал за измены. Вот, после этого, вот сейчас, пока идет съемка в данный момент, то есть прошло неделя, ровно 7 дней. Прошло ровно 7 дней. Вот сегодня воскресенье, ровно 7 дней прошло, как я застал свою жену, да. Ребят, если можно, пожалуйста, то есть я не хочу, то есть, оказаться в той степени, как вот здесь вот люди сидят. То есть я согласен работать с Александром, да, то есть по видео, по все. По всему, да, то есть пусть начнется с того, то, что он меня начинает поднимать, да, там, я не знаю, люди, поверьте мне, то есть это все серьезно, в этом нет юмора, в этом абсолютно нет юмора, поверьте, пожалуйста, то есть все в ваших руках, поверьте, человек серьезный, человек серьезный. То есть человек сейчас снимет, да, в данный момент меня. То есть я могу показать свои документы, то есть на камеру все, да. И человек сейчас снимет людей, с которыми я сейчас общаюсь в данный момент, да. Вот сегодня первый день я общаюсь. Не дайте пропасть, ребята. То есть вы все люди, да. То есть и программа называется «Люди, ух, люди», да? Ради Бога, пожалуйста, помогите.
То есть Евгений мне пообещал, дело в том, что Александр, да, виноват, да, что Александр мне пообещал, то есть если вы начнете подписываться, да, на канал и начнете помогать, да, то есть все возможно, то есть невозможно встать на ноги, поверьте мне, то есть мне либо упасть ниже плинтуса, либо подняться. Все зависит именно от вас. Все зависит именно от вас. Уважаемая Светлана Вертепова из города Мурманск, выражаем вам огромное спасибо за то, что задонатили нам денежку на 23 февраля подарок. И по поводу черного, вы сказали купить ему носки, упаковку и сигарет. Он выбрал, говорит, носки я ему принес сегодня, на сегодня у него есть. И он попросил купить им бутылку водки и сигарет, что я, в принципе, сейчас и сделаю. Это его решение, не мое личное. Я задал ему вопрос. Носки и сигареты? Он говорит, нет, водка и сигареты. Задолбали они, конечно, бухать. Но как-то так. Главное, что я задачу выполнил, как говорится. Спасибо еще вам огромное. Спасибо. Кость, тебе это от Светланы Вертеповой. Сигарчушечки. Дай Бог. Светлана Вертепова из Мурманска. И открой эту тужурку свою. Светлана Вертепова, задачу я выполнил. Светлана Вертепова, я тебя очень уважаю. Любимая, красивая девочка. Расти. Все, носков у него на сегодня хватит? Да, на сегодня хватит. Че, Валерчик? Чего? Машку, наверное, заберу, если Аслан ее приведет. Я уже Алику позвоню. А ей тебя забрали в полицию? Забрали в полицию, Маньку? Да нет, с Асланом она пошла, ну, не знаю. Ты нахуй, все, я уже с этим, с Аликом договорился. Я говорю, если я с девчонкой приеду. А, к тебе заберут? Она попросилась. К тебе заберут? В дом? А, блин, здорово нам было бы. В дом. Здорово было бы. Не нашего, не эту немножко. А вот эту, которая пришла. Ее Надю, Надя зовут. Надя ее зовут? Угу. Надя, у нее дома еще у бычьей ее сумка стоит. Да какая фиг разница? Она сама попросила меня. Ну сумка ей нужна, там у нее, наверное, а? Да и что, мы забрать не можем. С Иванова она. Ну какая разница. Ну да. Я ее знаю 100 лет, спасибо, я никогда девочки, не интересовалась. Любимые, красивые. Я вас очень люблю. Голос охрип. Ну сегодня более-менее выглядит. Ну он охрип. Более-менее. Охрип, пиздец. Так, полиция лютует. Вот Валерка тоже сейчас не успел я камеру включить, но вот это мне нужно. По поводу паспорта, да, никаких проблем. Идем, платим госпошлину и делаем паспорт вот здесь. У нас там зеленая улица полностью. Я хочу, чтобы мне помогли. Вот я Космосу сделал паспорт, Волгоградскому, и тебе помогу. Договоримся на день, на определенный. Я в любой день. Да. Скажу, мы после 11 марта можно сделать паспорт? Почему после 11? Потому что мне 45 лет будет. Ну, сделаем. Сделаем. 11 марта пройдет. Надо, ну, только дальше, понимаешь, Костян, блин, помощь помощью, ну, здесь да, умирать не надо, надо что-то делать дальше. Мы вздыхаем. Надо что-то дальше делать. На работу. Вот я предлагаю вам, есть в Красногорске работа. Надо четыре человека по строительству. Я с совками выездной. Красногорск, вот. Я с совками по строительству. Все, принимаю. Ну. У вас рабочий дом? Нет. А жить где? Там есть 6000 общежития. Идет. О. Вот.
Можно я сегодня поеду? Нет, сегодня нет. Я договорюсь с человеком. Это не лично моя работа. Это как бы мой подписчик нашего канала предложил. Надо 4 здравых человека. Сколько я буду получать? Ну, от 50 точно. 50 штук? Да. За месяц? Ну, не за год. Все. Да. 50 штук. Заметно. От 50. А там как будете работать? Заметно. Вот надо 4 человека. Общежитие стоит 6 тысяч рублей. Раз, два. Нихуя, я не считаю. Маша. У меня сейчас, блядь, не, суд. Я суд. Когда суд будет у меня? Ты понимаешь, у меня 150. Нет, лучше здесь выйти. Вам куда? Понимаешь? А тебе с паспортом я, значит, позвоню на днях. Братан, я иду. Да. Куда ехать? Да пока никуда. Надо... 4 часа. Да, нет. Почему? Может быть, он и по одному заберет, но я сообщу. Мне надо сегодня с ним поговорить. Нет. Что человек? У меня своя волна. Да. У меня своя волна, мне еще нужны будут книги. В первую очередь паспорт. И человек, который желает сам развиться, конечно. Потому что нужен будет машина, в Алтай ехать. Это пчеловоз. Просто пчеловоз. Люди нужны будут. Нужны будут с разных мест. Тверская губерния, Рязань. Там, где есть поля, у нас до сих пор существует. Там, где клевер сажают. Чтобы можно было пасеку поставить. Будет как в кино. Паспорт не вопрос. Паспорт не вопрос. К концу марта у тебя будет паспорт. К концу марта? Я надеялся. Вот скажи честно. Быстрее? Ну да. К концу марта. 50 тысяч тебе заплатить. Что ты перебиваешь? Где я? У кого спрошу? В смысле, у меня? Да. Сейчас. Дай гитару. Дай гитару. И гитара у меня есть. Гитара у меня самого есть. Дело не в этом. Вот дай сейчас секунду. Через 3 дня будет 50 тысяч. Ну да. Брат, если тебе заплатят, я работаю. Почему не заплатят? Если ты не будешь пить, если ты будешь нормально работать, вот почему тебе не заплатят? Не знаю. Почему не заплатят? Заплатят, конечно. Заплатят. Пошли, поехали. Не сегодня. Я договариваюсь, это пока только наметки. Понимаешь, да? Это не то, что на воде вилами писано, это наметки. Вот ты готов поработать. Я готов. Все, да, я человеку вот скажу. Вот если вы мне 50, я буду въебывать, если 50 тысяч не заплатят. Сколько тебе? Подожди. Мне 63 года. 63 года. Ну, здоровый мужик еще, слава богу. По-любому. Да. А сейчас где ты обитаешь, живешь? Вот здесь. На улице. А живу я на Арбате. На кого улице? Ну, посмотри мой паспорт. У меня есть... Все. Сегодня чуть паспорт не так. Посмотри. А, с мамкой помирился. Прописка. А, помирился, да? Россия, даже это носит. Смотри. Прописку посмотри. Найди прописку. Улица Октябрьская, Московская область, Орехово-Зуево. Ну, а чего домой не едешь? Что там, работы нету? Или дома нету? Вот этот паспорт. Или как? Почему, как тебе хоть зовут? Мне сегодня 2 телефона впиздили, я не рад травить. А ты как раз? Я гандон один. Один гандон. Гандон мне на память. Кос. У нас, значит, движение с тобой дальше. Делаем этот медицинскую херню эту. Медицинский полис. Да. Но это опять, видишь, сегодня выходной, завтра выходной. После 24-го, там, я не знаю, когда. 24-го или 25-го. Паспорт у меня, да. И действуем дальше. И вот вчера... Косарь сегодня шел. Чего нашел? Косарь. Какой косарь?
героем нашел. Какой косарь? В паспорте? Да. В каком паспорте? Я понял, космос. Между корочкой и обложкой, да? Понял, я обязательно посмотрю. А? А? Да. Я вас поработаю. Но если вы мне 50 штук не заплатите. Да подожди ты, блядь, я еще тебя никуда не беру на работу. Я тебе предлагаю только. Есть человек, который набирает 4 человека на работу. Ага. Вот. Красногорск. Как это там? Опалиха. Станция Опалиха. Вот там работа, там общежитие. Вот. Я с ним сегодня созвонюсь. Здесь я бываю каждый день, к ребятам прихожу. Объясню всю ситуацию завтра утром по поводу работы. Может быть, и завтра ты прям туда и уедешь. Вот и все. Да. Ну, постройки, я не знаю. Вот. Да. Нет, ну смотри, значит, я сегодня узнаю все конкретно. И завтра скажу. Я заеду, поеду домой. Ну, конечно. Банали, вязать, пожалуйста, но с пушками работать не будет. Мне тяжеловато. А, арматуру, в смысле? Когда заливаешь. Налить, пожалуйста, вязать, пожалуйста, и все. Технология, все, и выставить, сколько там, два этажа будет, можете. Если они, посмотри, чего они делают. Строительство, понятие, разделение. 50 штук. Ну, или такой работы. Разговора нет. А если из 50 тысяч, ты говоришь, 6 тысяч за общежитие, а сколько за пищу? Ну, подожди, блин. Сейчас ты зарабатываешь больше? Сейчас? Сейчас я в доме в другом совершенно нахожусь. Я с этого ничего не имею. Просто человек попросил, есть люди, нет, есть там здравые люди, которые будут работать. Я предложу. Ну вот смотри, 50 тысяч, 50 тысяч понятия рассижу. Ты говоришь, 6 тысяч, это уже. Нет, ну у нас такого нигде нет. 4 тысячи. Валер, ну это можно посчитать, понимаешь, все на свете. Да, 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 о чем я тебе да. говорю. Это можно посчитать все на свете, у нас такого нету. Это просто... Плюс график работы. Я здесь этого ничего... Же. Давай не будем про это. Ты меня сейчас загрузишь. Я еще не... Я ничего не предлагаю. У меня нету работы. Этот человек меня попросил. Это Саня, работа. Предложи, да, предложи. Будут это работать? Просто... Все, я предложил, вот человек. Но он опять уже заднюю включает. Нет, ты говоришь, четыре человека. Ну, четыре человека на отношении чего? Четыре здравых мужика. Как грузчик-то? Как сантехник? Как строитель? Ёб твою мать, я тебе говорю, по строительству. По стройке. Ну не обои клеить. Ну, штукатура, смоли. Ну. Плотники. Чёрт. Кто именно? Я ничего не знаю. Я тебе 25 раз как бабе повторяю, блядь. Вот тупой бабе повторяешь 25 раз. Я тебе, я ничего не знаю. Я предложил, ага, наметка есть, что люди есть. Значит, я разговариваю с ним дальше. Есть. Ты говоришь 50 тысяч и начинаешь уже сразу считать, ага, конечно, минус 6 общежитие, минус 10 еда, минус 100, минус 100. Ну, я что есть, то я и предлагаю. Ваше ну, дело что? Согласиться. Я как человек, или... я как человек знаю сантехнику. Я знаю на 100%. Соответственно, я говорю, да, меня устраивает. Если я штукатур, значит, тепляк. Я могу набросать. Дальше я... Ну не будем технологию сейчас да, это, штукатурки да, рассказывать. Да. Я не могу ответить за это. Дайте мне машину Катерпиллар, бля, я ее соберу нахуй. Запчастям просто дайте. 120. Ну да, Машка, ты что будешь делать? Щи варить. Да. Можно работать. Коронованная, коронованная, прикинь. Коронованная. Да, подписчицы передали шапочки, да.
Машки. Остальные где, куда дело? С собой носишь? Четыре штуки передали. Шапки там. Шапки. Лера, где? Где водка? Я ж тебе отдал водку. Ну я прятал. А. Не, я ему целую бутылку принес. Я понял. Ну ладно. Друзья, ну вот такой движ у нас сегодня. Немножко тут ребята гуляют. Слава богу, Валерка не пьет. Ждет он эту вот девушку, которую ранее в видео была. Какой-то это охранник здесь появился. Прям мечтающий сниматься в Ютубе. Ну, не знаю, куда-то вот они ушли с этой надеждой. А Валера хочет ее забрать в дом, в этот, в рабочий дом, в котором он проживает. Потому что она тоже здесь пропадет. На нее, во-первых, сейчас будут прыгать здесь, как эти голодные шакальёвы. Вот это правильное движение тоже будет. Ее надо отсюда. Одну ночь она переночевала у нас, одну ночь она переночевала там где-то Аслан сегодня ночевал. Вот, с ним, ну не знаю, женщинам тяжело на улице. Вот, так что вот такой ролик, какой получился, такой получился. Извлекаем максимум из ролика, значит, дальше у меня движение по больнице, по Алексею, который лежит в реанимации. Так что, друзья, смотрим ролик, пишем комментарии, может быть, какие-то подсказки будут, что делать и как быть с данным контингентом. Подпишитесь на канал, кто не подписан, занимаемся мы вот такой вот тематикой проживающих людей на улице и помощь им. Подпишитесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться. Вся информация в описании канала есть. Всего хорошего.